Все, отлично. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Гусева Дарья, я являюсь директором туристско-информационного центра, и я сегодня представлю вам первую из трех наших презентаций. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца, потому что в 9:50 по московскому времени мы проведем небольшую викторину с призами. Примерно вот такими. Итак, я представляю туристский потенциал Приморского края. И, конечно же, в первую очередь я хотела бы начать с нашего географического положения. Приморский край является, на удивление, очень контактной туристской зоной. Мы находимся рядом с многими азиатскими странами и очень хорошо с ними взаимодействуем через несколько пунктов пропуска, которые представлены на сайте. С недавнего времени Владивосток также является местом начала и окончания круизных маршрутов, которые, я надеюсь, в ближайшем времени у нас продолжатся. Два слова хотела сказать про наш туристско-информационный центр. Туристско-информационный центр у нас работает с конца 2014 года по трем основным направлениям. Но самое главное – это информационная поддержка наших дорогих гостей, туристов. А, собственно, как у нас происходит эта поддержка? По прилету в аэропорт Владивостока работает стойка с сотрудником, который предоставляет информацию, в том числе на иностранных языках, выдаются абсолютно бесплатно карты, буклеты, есть возможность забронировать экскурсию, столик в ресторане, получить информацию по месту размещения, о событийной какой-то линейке, об этом я остановлю чуть подробнее позже. Ну и, собственно, также действует несколько точек туристско-информационного центра в городе Владивостоке. Это и на морском вокзале, и на центральной площади, и в пока что единственном пятизвездочном отеле «Лотте» в центре Владивостока. Также хотелось сказать, что та продукция, которая выдается нашим туристам, это не только карты, разумеется, это буклеты. У нас более 10 видов продукции на 6 языках, включая 5 иностранных языков. Два слова еще о тех программах, которые действуют на территории Приморского края и городе Владивостоке. Мы поддерживаем наш туристический бизнес, мы проводим различные мастер-классы, поэтому наших гостей, администраторы отелей, в ресторанах могут поприветствовать на нескольких иностранных языках. Также совсем недавно мы запустили проект совместно с компанией МТС по размещению QR-табличек на исторических зданиях. То есть если вы прибываете во Владивосток как индивидуальный турист, либо иностранный турист, можно загрузить спокойно приложение, читать QR-код и получить информацию о каком историческом здании, проложить маршрут. Также у нас есть аудиоэкскурсии на платформе Easy Travel, поэтому, в принципе, для туриста комфортная информационная среда в Владивостоке поддерживается. Помимо этого действуют программы China Friendly, Japan Friendly. И, конечно же, карта гостя Владивосток Pass со скидками и различными бонусами от заведений Владивостока. С прошлого года у нас высокий сезон действует программа «Полосатый навигатор». «Полосатый навигатор» — это служба волонтеров, которые, как вы видите на слайде, имеют своеобразную, очень яркую солнечную униформу. Они также бесплатно могут предоставить информацию, выдать какую-то карту или буклет для туриста, рассказать, показать, указать направление, часы открытия тех или иных заведений, стоимость входного билета в музей. Вся эта информация у наших волонтеров есть. Также они оказывают поддержку туристу, который попал в какую-то сложную ситуацию. Наши волонтеры прошли подготовку, в том числе в медицине катастроф. Самое главное, театр начинается с вешалки, пребывание в Приморском крае, городе Владивостоке, начинается с места размещения. На территории края действует более 1200 различных средств размещения, а на территории города Владивостока их более 300. Основные все коллективные средства размещения представлены на известных платформах бронирования. Помимо этого, надо сказать, что если мы говорим в целом о туризме в Приморском крае, то основное направление – это экологический туризм. Приморский край можно назвать как один сплошной заповедник. На территории края действует 6 заповедников. Но жемчужиной Приморского края, разумеется, является объект ЮНЕСКО. Это Сихотэ-Алинский горный хребет, посмотреть который вы можете на территории, в том числе, Сихотэ-Алинского заповедника. И у нас недавно открылся еще один объект ЮНЕСКО, также на севере края, национальный парк Бикин.
Помимо этого, конечно, нужно сказать, что Приморский край очень популярное направление, особенно в летний период. Очень много пляжных территорий, которые есть такие, которые оснащены инфраструктурой для более спокойного, комфортного отдыха, или, например, есть для любителей дикого туризма, есть территории, которые можно приехать и спокойно никого не встретить, и отдыхать, наслаждаться природой и уединением. Помимо этого, у нас очень интересная составляющая, да, например, для тех, кто уже видел пляжи там, Таиланда, других территорий, побывал в Европе, но хочет посмотреть какую-то уникальную изюминку, уникальную особенность. Первый на Дальнем Востоке национальный парк также будет рад видеть гостей, и здесь вы можете узнать о традициях и жизни малочисленного народа Иманской группы. Парк «Удыгейская легенда». Собственно, на территории Приморского края находится единственный в России морской биосферный заповедник. И побывав на территории заповедника, вы можете сделать замечательные фотографии вот с такими милыми тюленями, которые, собственно, и изображены на слайде. Они абсолютно не боятся людей, дружелюбны, как собаки, и даже приплывают у нас и к городу Владивостоку. Поэтому фотографии с тюленем вы можете себе сделать и, собственно, на территории города Владивостока. Еще одним интересным объектом является интегрированная развлекательная зона Приморья. Один из ее объектов – это гостинично-ресторанный комплекс и казино «Тигре де Кристалл». Также очень много интересных событийных мероприятий проходит именно на базе казино. В перспективе у нас там проведение конкурса красоты «Мисс Азия». Получается, говоря о каких-то интересных, необычных объектов, да, не можем не упомянуть систему фортификационных сооружений, построенных на рубеже конца 19-го, начала 20 века. Это сооружение Владивостокской крепости. Причем как не только наземные укрепления, но и подземные. У нас есть экскурсии, где вы можете побывать под землей и посмотреть укрепления конца 19-го, начала 20 века. То есть такой своеобразный, можно снять даже не просто там фото, репортаж о своем пребывании, но и загадочный видеосюжет. Еще одно интересное направление, особенно объект показа для тех, кто прибывает во Владивосток по Транссибу, это, конечно же, стела об окончании Великой Транссибирской магистрали, 9288 километров от Москвы. Здание вокзала нашего железнодорожного тоже интересно. Оно интересно тем, что первый камень для строительства заложил последний российский император. Ну и наш вокзал хранит один маленький секрет. Под крышей у нас есть очень интересное изображение всадника с белой короной на белом коне. Историческая личность, никогда не жила во Владивостоке, умер до того, как Русь крестили, но, тем не менее, наши предки посчитали именно его изображение разместить на здании вокзала. Кто он, это не будет вопрос викторины, но когда вы приедете во Владивосток, побываете на наших экскурсиях, вы обязательно узнаете и очень удивитесь, потому что историческая личность очень далека была от России, но, тем не менее, именно его решили разместить на здании железнодорожного вокзала во Владивостоке. Ну и еще из новых объектов, да, не могу не упомянуть Приморский океанариум, расположен на острове Русский, второй в мире по водоизмещению. Это не просто объект развлекательный, это научный центр, где изучается животный мир, в том числе Тихого океана. Очень интересное место, дважды в день проходят шоу дельфинов. Ну и, собственно, экспозиция, самое главное, что она представлена не только, так сказать, стандартно, как в музеях, да, показывают объекты, но есть еще различные приемы показа, там, голографические, компьютерные, реставрации, то есть очень интересная экспозиция. Конечно же, ни одно путешествие невозможно без покупки каких-то памятных сувениров. И здесь я хочу немножко приоткрыть завесу той викторины, которая у нас пройдет в конце нашего выступления. Линейка сувениров в Владивостоке, она абсолютно обширна и огромна, но большое внимание всегда в ней уделяется гастрономическим изыскам. На территории Владивостока у нас действует фабрика шоколадная, приморский кондитер, вот такие вот замечательные шоколадки с морской солью. Еще есть морской капустой, гребешком или не только, можно
приобрести у нас в приморском кондитере. Очень большой популярностью пользуется мед. Ну и, конечно же, наши сувениры, которые дают отсылку к нашим кошкам. Приморский край очень известен благодаря своим кошкам. И вот такие замечательные лапки-подушки тоже будут у нас в призах. И различные символики, связанные с амурским тигром и леопардом, продаются в магазинах сувенирных города Владивостока. И это то, что вы можете привезти именно в память о посещении нашей территории. Еще очень важным элементом, да, вне зависимости от пляжа, летнего сезона, является событийная линейка. Более 300 событий в Приморском крае, большинство из них проходят в городе Владивостоке, имеют международный статус. И это как раз те события, которые больше, ну, нигде вы не встретите, не увидите. Вы можете пробежать, поучаствовать в марафоне, пробежать по мостам нашим известным, да, вантовым. Вы можете пробежать по льду вот, в зимнем марафоне. Вы можете надеть на себя полосатую футболку и поучаствовать в марше, посвященном Дню Тигра. Посмотреть кино на кинофестивале, послушать зарубежных музыкантов, интересные композиции на джазовом фестивале. Ну и самое, конечно, большое впечатление от событийной линейки вы получите, побывав на наших гастрономических фестивалях. Моя коллега Татьяна буквально через несколько, там, через 20 минут расскажет об этом более подробно. Помимо ярких событийных мероприятий, конечно же, у нас проходит много интересных деловых мероприятий. Владивосток традиционно является площадкой проведения Восточного экономического форума, но перед ним в мае у нас проходит Тикианский туристский форум. В этом году в связи с известной ситуацией это будет цифровой форум. Он будет проводиться в конце мая, начале июня, серии вебинаров, где эксперты будут делиться своим опытом, интересными идеями и знаниями с туристическим бизнесом и не только. Далее у нас мы работаем вместе с коллегами по Дальнему Востоку, позиционирование объектов турпоказа нескольких регионов, объединенных в бренд «Восточное кольцо России». Очень много интересных туров, возможность посетить несколько регионов одновременно. И это все, в принципе, объединено в один единый бренд. Ну и, собственно, также, возвращаясь к тому, что Владивосток имеет статус начала и окончания круизных маршрутов, еще нужно сказать, что и на территории города Владивостока действует программа упрощенного визового въезда. С недавнего времени представители более 30 стран могут побывать у нас в течение 8 дней, но, к сожалению, пока только в перспективе возможность поездки по другим регионам Дальнего Востока, в том числе по России. То есть иностранные граждане, получившие упрощенную электронную визу, пока могут въезжать и уезжать только с территории города Владивостока. Но, тем не менее, этот режим дает определенные преимущества и также, как я сказала, возможность в перспективе уже продления данного режима на все регионы Дальнего Востока с возможностью перемещения по регионам Дальнего Востока. На этом, собственно, моя часть подошла к концу. Пожалуйста, все ваши вопросы пишите в чате, мы чуть позже на них ответим, и я передаю слово своему коллеге Дмитрию Павлову, который расскажет о том, какие активности можно провести в Приморском крае, вообще незабываемо, какие крутые селфи можно сделать, и также получить массу приятных впечатлений от пребывания на нашей территории. Пожалуйста, Дмитрий. Добрый день, друзья. Рад видеть, слышать всех. Меня зовут Дмитрий Павлов. Я являюсь директором туристической компании, в которой мы принимаем иностранных гостей, принимаем со всего света, из России, нанимаемся внутренним и международным туризмом в Владивостоке. Уже более 20 лет. Есть какой-то накопленный опыт, индивидуальные, эксклюзивные экскурсии. Вот Дарья Александровна очень много интересного нам рассказала в общих чертах, что у нас творится в Владивостоке и Приморском крае, чего у нас много интересного. А я бы хотел бы более детально заинтересовать вас, чтобы вы прям уже готовились заказывать гостиницы и приезжать к нам. Для начала хотел уточнить, если не сложно, пометьте ответом, плюсиком, был ли кто-нибудь в Владивостоке уже хотя бы раз. И
есть, да, много кто был, не был. Ну, добро пожаловать. Владивосток, у нас названий много. Владивосток, это как Владеем Востоком, я думаю, все это знают. Есть такие названия, как Тихоокеанские ворота России, есть название Хайшинвэй, тоже, наверное, кто-то знает, это китайское название, бухта Трепанга. Сейчас у нас такой образ мы создали совместно, может быть, даже Дэйв Тисбольш создал такой образ, романтический город Владивосток. Так, значит, больше половины тут у нас уже было. И еще один вопрос. Кто является директором турфирм или работает с турфирмой? Вообще, Владивосток, если посмотреть на карту Азиатско-Тихоокеанского региона, мы находимся прямо в центре его. Так вот начинается презентация. Расскажу более детально про наши экскурсии, которые эксклюзивные. Хотелось бы рассказать бы о том, что именно есть только у нас, а нет в других местах. Как турист ты едешь и хочется чего-то эксклюзивного такого. Ну, что у нас в Владивостоке из экстремального, из активного отдыха жизни? Вот у нас есть вот такой остров Петрова. В принципе, может составить конкуренцию любому тайландскому острову. Туристическая компания называется у нас «Катюша», агентство международного и внутреннего туризма. Ну, начну с русского острова, конечно, с моря. Самое главное, наша особенность, это, конечно же, Японское море, Тихий океан и множество заливов и островов. Владивосток сам находится на полуострове, омывается тремя: Амурским, Уссурийским и бухтой Золотой Рог. Находится у нас 94 острова, и многие из них необитаемые. Мы делаем такие прогулки различные. Есть часовые прогулки, есть на весь день, есть просто покататься на катере, на белоснежном, там различных модификаций и вместительности. Самое интересное, самое активное и самое популярная экскурсия, это, конечно, на рыбалку. На рыбалку, в зависимости, на какой остров или как далеко мы от Владивостока уйдем, это можно и ловить. И вот на картинке, например, видно, это лакедра. И это 18 килограмм. Мясо такое, знаете, как говядина, наверное, это очень темное. Прям совсем бывает, когда приготовишь ее, ешь, не похоже на рыбу. Ну и, конечно же, камчатские крабы. Также есть у нас экскурсия на камчатский краб. У нас вот Орел и Решка прославили рыбалку на кальмара. Ночная рыбалка. Ну, думаю, на краба она более такая эксклюзивная для тех, кто вообще никогда в жизни этого краба не видел, и подержать в руках, как он шевелится, там краб может достигать там, 1,5 метра в ширину от своих лап. Ну и прямо на катере все это можно приготовить, также по снорклинг, позагорать, покупаться, приготовить то, что мы уже поймали с туристами. Так, времени не сильно много, рассказывать можно, конечно, и часами. В принципе, Владивосток, Приморский край, неделю здесь можно провести очень интенсивно, очень интересно. Практически не будет свободного времени, будет только одни экскурсии. Не идет. Подожди. Куда ты? Сейчас. Немножко остановимся на русском острове. До 92 года это, в принципе, был закрытый остров. Площадь его более 300 квадратных километров. Это был военный остров. Там есть поселение около 3000 человек, которые местное население, в основном это военные. Крепости, о которых Дарья Александровна рассказывала. Крепости были построены еще в 19 веке. Уникальные сооружения. Сейчас мы ходим пешие экскурсии. Вот на картинке показано мысто Бизин. Это сейчас самое популярное место. Именно вот там узкая-узкая дорожка идет. Еще военными почти 200 лет назад сделано. Чуть больше 100 лет назад. И по этой дорожке можно пройти прямо до самого южной точки острова. Там находится крест. Сейчас многие предприниматели тоже начинают уже осваивать остров. Здесь у нас там типа тарзанки такое есть. Для экстремалов это прям очень круто. В прошлом году я попробовал, это было, наверное, лучшее впечатление лета с этой тарзанки. Про стоимость экскурсии? Да, да. Ну, это в комплексе нужно. Здесь по стоимости это уже нужно отдельно будет. В этом, наверное, контакты будут мои, свяжемся. И у нас, например, экскурсия на русский остров на весь день. Вот сейчас немножко про нее расскажу. Начинаем мы ее с ДВФУ. ДВФУ у нас это Дальневосточный федеральный университет. В каждом федеральном округе есть такой университет. Что-то ага.
Он построен под форум АТЭС 2012 году, где были более 20 президентов различных стран присутствовали на этом форуме. Ну, наверное, это все знают, да? Посмотрите, какая территория, только парковая территория этого острова, этого у нашего университета, и с водопадами, с фонтанами, там и дорожки. Самая длинная набережная в 1200 метров возле моря. Прям, ну, нереально очень круто там и гулять для студентов. Эта территория сейчас открыта для, и для горожан, и для гостей города. В какие-то кампусы мы, может быть, зайти не сможем, но вот по парковой зоне погулять можно. В принципе, там часа два можно провести. Можно взять ролики, можно взять самокаты, там, велики на прокат, провести я очень интересно. Краба скажешь, можно попробовать, что есть. Камчатский краб. А нам, наверное, Татьяна расскажет у нас про наши гастрономические фестивали. И, конечно, это же изюминка является камчатский краб. Мы можем предложить вам поймать этого краба и потом его съесть. Если вы его поймаете, то вам будет бесплатно. Вы только за экскурсию заплатите. Ну, краб, конечно, можно сказать, дешевле, чем где-то в других местах, регионах России. Вернусь к ДВФУ. Погуляв по ДВФУ, мы едем на Ворошиловскую батарею. Ворошиловская батарея – это больше 100 лет назад она была создана. Вот эти пушки, посмотрите, там человечек вот стоит, пушки огромные. Одна только патрон от этой пушки 430 килограмм, и стреляет она практически на 50 километров. Ну, самое интересное, что она ни разу не использовалась, но была только для охраны наших фортов и нашей территории. Посмотри вопросы. Конечно, пришлем, и цены пришлем, и описание, и добавите там во всех соцсетях, о чем будем рассказывать вам. Далее вниз можно спуститься на 4 этажа, там 10 метров, просто как там почувствовать себя диггером, ну, нереально очень крутое такое сооружение. Дальше мы едем на океанариум, Дарья Александровна уже все про него рассказала, можно там посмотреть это шоу дельфинов, там на 800 человек, у нас огромнейший зал. И большой океанариум не только внутри, но и снаружи. И, конечно же, там есть у нас хорошие, интересные рестораны прибрежные. Вот у нас Navi Country Club, достаточно большой по территории и парковой зоне, и внутри ресторана мирового класса, можно сказать, достаточно серьезный, интересный ресторан с авторской кухней, конечно же, с морепродуктами и со всем остальным. После обеда мы выдвигаемся на мыс Табизины, вот, про который в самом начале я вам рассказывал. Примерно там пешая прогулка занимает в одну сторону около полутора часов, чтобы там остановиться, пофотографироваться, останавливаться захочется на каждом шагу. Там есть, во-первых, это не сильно еще известное место, можно сказать, дикое, но дорога достаточно хорошая. В принципе, с детьми, хоть с маленьким, каким можно там все это пройти и посмотреть. Есть там дикие пляжи, которые людей практически нет. Вода там нереально там меняется красками просто за секунду. Можно поймать ежей, морских ежей, там икру ежа покушать. Можно звездочек, все остальное, снорклинг с масками понырять. Так, давайте дальше. Еще впереди очень много экскурсий, времени очень мало. Ну, на воздушном шаре, может быть, и в многих регионах России есть. Мы встречаем рассвет, взлетаем там в 6 утра на 2000 метров. Экскурсия на воздушном шаре стоит около 5000 рублей с человека, не считая трансфера, все остальное. Если в комплексе, там уже немножко другие цены, если еще с обедом и всем остальным. Ну, это просто нереально круто. Очень плавно, очень спокойно и достаточно безопасно. Там по 4, по 5 человек, есть большие корзины по 12 человек. Очень крутая тема. Можно полетать прямо над Владивостоком, можно полетать над природой, над морем. Ну, не прямо над морем, на береговой линии. Такой активный, немножко экстремальный вид отдыха. Выдаю сертификаты, там команда, которая занимается воздухоплаванием, да, очень профессиональные люди, рассказывают историю, шутят, прям впечатления неописуемые. Можете у нас за штурвалом самолета полетать. Ну, конечно же, с инструктором рядом, с одной стороны, и капитан, самолет командир держит, рулит, а рядом турист и немножко дает порулить туристу, буквально там несколько минут. Там. Ну, конечно, все это очень безопасно, потому что всегда он постраховывает.
Пролетать можно также и над Владивостоком, и над Приморьем. Кто, если знаете историю Приморского края, у нас были там царства Джурджени. Можно увидеть раскопки Джурджени, которые были более 1000 лет. Государство Бухай, тоже поселение этого населения. Ну, достаточно интересные, увлекательные экскурсии. Полетать на самолете, ну, или на вертолете тоже там можно. Средняя цена, все спрашиваю. Средняя цена. Дешево, все дешево, очень дешево. Я не знаю, что будет после вируса, какие будут цены, но я думаю, что будет очень дешево. Договоримся. После полета на вертолете, это 15-минутный полет над акваторией, над Владивостоком, выдается сертификат о том, что вы прошли курс такого молодого бойца, да? Очень интересная стендовая стрельба. У нас профессиональный клуб стендовой, спортивной стендовой стрельбы, где можно и, в принципе, как и аналога Калашникова и пистолетов, стрелять по летающим тарелкам, по мишеням. Все это официально, все безопасно. Смотрите на нашу усадьбу Вавилова. Построена в 1936 году, семья Вавилов приехала и построила такую усадьбу, проводит там различные мероприятия, концерты, шоу там. Можно и покушать русской еды, можно переодеться в царскую одежду и сесть за стол внутри, так, как в 19 веке у них находится. А самое интересное, чем знаменита усадьба Вавилова, это, конечно же, Пушкинград. На территории 60 квадратных метров сделано миниатюре, буквально вот такие вот все там фигурки со сказок Пушкина, которые мы с детства их знаем, и идешь просто, ты наблюдаешь за всем, как разворачивается действие сказок Пушкина, очень интересное. И для иностранцев, потому что, в принципе, иностранцы тоже знают Пушкина, но для русских тем более, это, конечно же, все это все сказки с детства. Наши знаменитые пляжи, самый знаменитый пляж сейчас у нас бухта Стеклянная, что вот прям вот как на фотографии, так же и стекла. В принципе, все эти фотографии, это я сам сделал со своего просто с телефона, поэтому так без всяких там фотошопов. Бухта Стеклянная находится примерно там, в 30 километров от города, по комфортабельной дороге, трассу построили тоже не совсем недавно. И вся бухта усыпана разноцветным стеклом. Пляж Стеклянный, бухта Стеклянная, да. Пляж, нижний пляж – это Шамра и различные, где на островах, песчаные пляжи. Везде есть домики, где можно заказать, забронировать места. В принципе, баз на побережье Приморского края очень много. И на любой вкус, на любую цену, и там до 2000 рублей там, и выше. И прям супер-класс есть, и эконом-класс. Вот, чем еще у нас знаменит Приморский край. В принципе, Владивосток можно назвать столицей серфинга России. Здесь можно и поучиться, новичкам можно поучиться серфингу, и профессионалам можно приехать к нам на серфинг. Но самое интересное, что это можно заниматься серфингом круглый год. Особенно в таких условиях, как живем мы сейчас, за границей, можно сказать, для нас не скоро еще откроется, но тем лучше. Мы можем развивать свои регионы, они у нас уникальны. Серфинг в Владивостоке, ну, это очень серьезное открытие, мало кто об этом знает. Ну, и сап-прогулки, это прям любой человек может прийти, взять там на прокат, мы можем повезти там группу туристов или индивидуальные, берут на прокат и катаются, в принципе, в акватории наших заливов, это совсем не проблема. Тем более это очень легко. Если серфинг там нужно учиться, то сапом заниматься совершенно просто, очень просто. Угу. Вот такие вот у нас экскурсии по сапам. Просто когда вы плывете на этом, стоите на сапе, гребете веслом и видите виды, постоянно меняющиеся, это, конечно, завораживает. В принципе, зимой у нас тоже на сапах гоняют. Какой месяц купаться? Купаемся мы, в принципе, я купаюсь с мая, люди купаются обычно с июля, в начале июля уже вода хорошая, это для массовое такое, да. Но наш плюс, что у нас море остывает очень долго, и наше лето, в принципе, до октября. В октябре мы еще можем купаться. Навигация на маломерных судов у нас закрывается где-то 15 октября, и на катерах мы выходим до 15-20 октября. Еще одна особенность, и именно популярный вид спорта в Владивостоке – это дрифт, и пошел распространение по всей России. Многие
именитые спортсмены. Например, вот мой хороший друг Степан Азаров, он представляет компанию «Автопрофи», гоняет на дрифте. И, соответственно, каждый турист может, у нас есть такой дрифт-такси, садишься или просто прокатиться, или поучиться, или потом за рулем уже можно на одной машине, на двух машинах. Дрифт – это когда вот так вот дрифтует. Зимой у нас дрифт на льду, соответственно, в основном все экскурсии, о чем сейчас говорю, все это и зимой, и летом, все это можно сделать. Можешь написать на сейчас в чате? Так, нет, не могу. Там парочку осталось буквально, и останутся потом контактные данные, и все сфотографируют. Хорошо. Еще одна наша особенная владивостокская, такая приморская вид спорта – это лодки драконов. Вы можете сами приручить дракона. Тут прям командный дух такой, синхронность, доверие, заряд энергии, настроение просто нереально крутое. Скользишь по этой лодке, гребешь на ней. У нас наша туристская общественность, сообщество Российский союз туриндустрии, региональное отделение. От каждых членов у нас есть команда во главе с нашим несменным Константином Шестаковым, который сейчас у нас зампредседателя правительства, отвечает вопросы именно туризма, экономики и всех остальных. А раньше был директором агентства по туризму. Научиться на лодках драконов тоже несложно. В принципе, я уложился. Ну, рассказывать могу очень много, так что добавляйте там WhatsApp, Instagram и все остальное. Контакты у нас дальше вот здесь будет. Есть еще очень много знаменитых, известных и увлекательных экскурсий. Вот все, что получилось рассказать в течение 20 минут, вот наши контакты. Сайт, к сожалению, не стал писать, потому что он сейчас в разработке. Мы сейчас как раз вот в это время решили его изменить, добавить, улучшить и направить еще больше на Россию. Здесь все контакты, вот которые на 672 заканчиваются, это мой личный телефон. Я являюсь основателем компании «Катюша» вместе с партнером. Это следующее. И дальше менеджеры. WhatsApp работает. Viber, к сожалению, у нас нет. Почта. Да, мы можем разослать, кому нужно. Да, Инстаграм. Все это можно сделать. Да, помимо туристической компании, я являюсь еще основателем одного музея, в принципе, туристического места. Музей Трепанга тоже у нас такой эксклюзивный. О том, что в России мало кто знает, особенно за Уральскими горами, уже не знает, что такое Трепанг. Ну все, Татьяна. Ждем Татьяну. Всем спасибо большое за внимание. Ждем вас в Владивостоке. До свидания. Ну, молодец, Дим, все хорошо. Дешево, говорит. Сколько дешево? Коллеги, отключите микрофон и видео, пожалуйста. Здравствуйте. Кому доброго дня, кому доброго утра. Я представлюсь, меня зовут Татьяна Заречнева, я руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Я сейчас включу презентацию, и немножко давайте озвучим правила, потому что времени очень мало, и хотелось бы... Я вас один раз спрошу и буду ждать ответа в чате, а остальное время я вряд ли успею отвечать на ваши вопросы, но вы их, пожалуйста, пишите, и пока Дарья будет проводить викторину, я постараюсь в чате на них постепенно ответить. Значит, что такое дальневосточная кухня? Вот это как раз тот вопрос, который хотела бы я вам задать, коллеги, я так надеюсь, что со всей России. Какие ваши представления о том, что есть дальневосточная кухня? Я рада, что хорошо слышно. Краб, икра, морепродукты, икра, крабы, гребешки, морепродукты, 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 рыбопродукты, морепродукты, водоросли, водоросли, рыба, морепродукты. Ну, в принципе, картина доширак. О, неожиданно. Доширак, пинце вычеркиваем из домена дальневосточной кухни, потому что, да, это знаковые какие-то блюда из 90-х Владивостока, но мы не считаем, что на них можно построить там новый мировой гастрономический феномен, а именно такой целью мы и задались. Я вас немножко скорректирую. Я не считаю, что вот, спасибо, пошли ягоды, грибы, кедровые орехи, мед, птичье молоко, согласна, потому что это конфеты, сделанные из водорослей на агар-агаре. Если вы посмотрите вот на эту картинку, которая у вас сейчас на экране, то вы увидите
что здесь не только дары моря, да, это дары тайги. И именно так мы 3 уже года назад определили концепцию дальневосточной кухни как уникальное сочетание, уникальное причем в мировом формате. Мы проанализировали, как маркетологи, мы анализировали все кухни мира и поняли, что, например, только морепродуктами мы не можем быть уникальны даже для своих ближайших соседей японцев, ну, по очевидным причинам, которые здесь даже не надо озвучивать, да. А вот это сочетание даров уссурийской тайги, которая сама по себе совершенно уникальный ареал или терруар, как правильно говорить, да, в гастрономии, и сочетание даров моря, причем гораздо более широкого спектра даров моря, чем принято думать, да, что крабы, гребешки – это наше все. Нет, ни одна кухня мира и ни одна региональная кухня не строится исключительно на деликатесах. Поэтому я вас, наверное, разочарую немножко, но о деликатесах я вам, в принципе, сейчас не буду рассказывать. Так, мне нужен... У нас есть здесь модератор, чтобы я могла следующий слайд переключить. Мне нужен второй слайд, но у меня он почему-то не переключается. Да, спасибо большое. Слоган дальневосточной кухни – это «Чистая энергия даров моря и тайги». Почему это так важно, да? И заметьте, я когда говорю про дальневосточную кухню, я не говорю только про Владивосток или про Приморье, потому что, в принципе, все регионы Дальнего Востока, которые как минимум выходят к Тихому океану, мы, в принципе, общаемся со многими из них, и мы все договорились, что да, именно это сочетание и делает нас уникальными. Но при этом, конечно, у каждого региона есть свои особенности, свои ключевые продукты. И вот, собственно, мы сейчас над этим работаем, над тем, чтобы сформировать вот этот бренд. Ну, для понимания, бренд кухни, он формируется годами, ну, даже страшно сказать, на самом деле не годами, а десятилетиями. И мы в таком самом начале этого пути, но уже делаем через наши гастрономические фестивали, мы уже делаем осознанные шаги к формированию правильной и устойчивой концепции. Поэтому вот мед – это Алтай и Башкирия. Ну вот комментарий такой замечательный. Вы знаете, здесь странно было бы вообще спорить о том, чей продукт мед. Например, Каталония вам скажет, что мед – это Каталония. Нет, мед вообще во всем мире есть, и просто в уссурийской тайге растут совершенно уникальные растения, мед из которых обладает, ну, все, возможно, знают там Липу Таке, это совершенно маркетинговая история раскрученная, да, ой, прошу прощения, мёд Манука, да? Вот, собственно, по аналогии с Манукой у нас в уссурийской тайге растет уникальная липа Таке. И вот, да, этим медом мы уникальны, точно так же, как своим медом уникальны Алтай и Башкирия. Здесь вопрос, кто рассказывает эти истории и насколько массово они транслируются. Наша команда – это некоммерческая организация «Тихоокеанский туристический союз», которая создала этот бренд Pacific Russia Food и которая, собственно, объединяет бизнес и общество, и государство для того, чтобы построить вот эту долгосрочную устойчивую историю нового гастрономического феномена. Если кто-то из вас знаком с тем, что сделали в свое время баски, новая баская кухня, да, когда приезжаешь в Сан-Себастьян, то у них там вдоль дороги висят щиты «Мы гастрономическая нация». И это формировалось с 76-го года. То, что сделали скандинавы со своей новой нордической кухней. В принципе, наши амбиции находятся ровно на этом уровне, и надеемся, что нам за сколько-то лет удастся их достичь. Сейчас я расскажу о том, чего мы успели достичь. Тут немножко странный такой слайд. Фестивали 2020. Можно пожалеть, что как бы в русском языке нет такого времени высказывания «будущее неизвестное» или «будущее неопределенное». Но, тем не менее, мы в этом году провели фестиваль «Корюшки», это фестиваль зимней рыбы. Я говорю сейчас здесь о тех фестивалях, которые организуют и за которые отвечает, и которые планируют там, на год вперед команда именно моя Pacific Russia Food. Есть еще фестивали краба и гребешка. Ссылка на
на этом слайде есть, вы все получите презентацию. Здесь есть ссылка на все события Дальневосточной кухни, куда мы включаем, в принципе, стараемся включать все ключевые события, которые происходят. Но я хочу рассказать о тех, которые не построены на деликатесах, но, тем не менее, пользуются, ну, можно же сказать, что бешеной популярностью, пока еще, в первую очередь, внутри региона. И, возможно, для меня сейчас это один из первых шагов рассказать это большему кругу людей, потому что изначально наша стратегия была открыть людям те простые продукты, которые буквально валяются под ногами и которые сами же местные жители недооценивают. Потому что когда мы говорим «о, краб», все, конечно, говорят «о, краб», это во всем мире все так говорят «о, краб», «о, гребешок», да. А когда мы в первый раз сказали «а давайте-ка сделаем фестиваль мидий», нам рестораторы сказали, да, не будут это есть, вообще это не будут есть. В соцсетях нам тоже говорили, ребята, это какая-то вообще дурацкая идея, это вот просто сор с песком, зачем мы будем это есть? Мы открыли людям своим же совершенно новый продукт, заставили его, ну как заставили, дали им возможность его оценить и полюбить, и теперь мы готовы к тому, чтобы не только мы передавали туристам, транслировали, что вот мы сделали фестиваль мидий для туристов, да, нет, мы сделали его и для себя, и для наших гостей. Вот, собственно, так эта история, ну, становится какой-то устойчивой и долгосрочной. Для сравнения, на фестивале мидий в прошлом году было столько же продано мидий, сколько на фестивале гребешка. Вот, вот вам и сорняк. Каждый год у нас проходит фестиваль тайги. Он начинается синхронно с Днем Тигра. У Дня Тигра, как, возможно, вы знаете, ну или узнаете, плавающие даты, он проходит в последнее воскресенье сентября. А мы начинаем в субботу перед Днем Тигра и продолжаем фестивали две недели. Вот фестиваль тайги – это, наверное, такая самая сложная история, потому что на фестивале тайги мы стараемся… То есть это самый сложный и недораскрытый в Приморском крае, я могу только за Приморский край сейчас говорить, в Приморском крае смысл, несмотря на то, что вот вроде тайга она рядом, да, но нам еще предстоит пройти очень долгий путь, чтобы люди знали не только мед и кедровые орехи, да, а знали массу грибов, массу ягод, массу дикоросов, да, и, ну, здесь нам есть на какой опыт опираться, есть опыт скандинавов, есть опыт Сибири прекрасный, который мы тоже хотим перенять. Я думаю, что я отвлекусь на вопрос презентации. Я уверена, я ввижу, что идет запись. Я уверена, что всем организаторы Profi Travel, потом всем зарегистрировавшимся участникам разошлют и презентации, и запись вебинаров. И вы все получите. Так, значит, вот это вот три наших годовых фестиваля, которые мы планируем заранее. То есть на сайте ДВ Кухни вы можете смотреть, мы стараемся, как только мы провели один фестиваль, мы сразу же назначаем даты следующего. Например, фестиваль «Корюшки» у нас планируется с 21 по 31 января уже следующего года. Я понимаю, насколько важно турфирмам знать заранее. Но здесь, знаете, есть такой нюанс. С которым сталкиваются вообще все кухни, положившие во главу угла сезонность. Да? Вот мы празднуем продукт в определенный сезон. И это и прекрасно, потому что в этот сезон продукт находится там на пике своей формы, своего вкуса, но проблема в том, что мы зависим от сезонности. И, например, вот в этом году нам было очень сложно выкручиваться на фестивале «Корюшки», потому что корюшки было очень мало, мы выкрутились, мы нашли ее, так как мы дальневосточная кухня, да, а не приморская кухня, мы сказали, ну хорошо, мы привезем из Хабаровского края. И вот поразительным образом, да, нам приходилось вот так выкручиваться, хотя в Хабаровске фестиваль корюшки не проходил, они себя больше ощущают как такие таежники, и поэтому они к нам присоединяются на фестиваль тайги, а вот корюшка и мидия говорят, что это как-то не совсем их. Вот, ну, с мидиями вы видите, что планировалось на конец, на середины до конца мая ресторанный фестиваль, и в конце мая планировался наш любимый городской праздник «Мидия Саммит». К сожалению, я должна сказать, что мы сейчас уже понимаем, что ресторанный фестиваль еще может случиться, да, но
ситуация меняется каждый день, и но мы намерены его провести, просто у нас есть два варианта. Если рестораны откроют, то мы его сделаем в ресторанах, и люди, соскучившиеся по всему этому прекрасному, да, побегут туда, если у них останутся еще деньги после этого вынужденного перерыва. Или мы его сделаем на доставке. Это, конечно, будет гораздо меньшие масштабы, но сейчас мы прорабатываем концепцию тоже цифрового медиа-саммита. Мы думаем, как мы сможем вообще построить аналог вот этого нашего прекрасного, уютного городского пространства, как мы его можем перевести в онлайн и с помощью доставки, с помощью розницы, с помощью мастер-классов создать у людей все равно, сделать людям вот такой праздник. То есть мы не будем выпадать из информационного поля и надеемся, что, возможно, для нас это, наоборот, шанс показать наш медиа-саммит, да, наш праздник, наш продукт всей России для того, чтобы на следующий год, когда мы уже сделаем его на городской площадке, люди уже были подготовлены и мотивированы приехать к нам в гости именно вот Мир Май Мидии. Да. Кстати, смешно, к нам приезжали, ну не то, что смешно, радостно скорее, к нам, несмотря на то, что мы не вели еще коммуникации такие массовые на привлечение туристов до сих пор, потому что мы отрабатывали продукт внутри. Но люди в социальные сети, они безграничны, охваты у нас большие, поэтому люди там, в прошлом году к нам приехала группа друзей из, боюсь ошибиться, но, по-моему, из Екатеринбурга. И им очень повезло, они мало того, что наелись мидии на год вперед, они еще выиграли вообще просто все возможные призы совершенно случайным образом и уехали очень довольны. И вот это сарафанное радио нам уже пишут из других городов, спрашивают, когда будет. Ну вот, к сожалению, мы сейчас не можем на это четко ответить относительно мидии, но постараемся сделать все возможное, чтобы в информационном пространстве мидии все равно прозвучали. Фестиваль на Тайги, я надеюсь, что он будет, и мы его переносим, мы его проводили на площадке за городом, но мы его переносим в город, чтобы быть ближе и к жителям города, и к гостям города. Но было бы очень здорово, если бы турфирмы вот эту таежную тему тоже, ну, дополняли и развивали совместно с нами. Я сейчас покажу форматы, кроме того, что успел сказать Дмитрий по поводу рыбалки. Ну, это очевидно, я здесь даже ее не писала, да, то есть рыбалка и на кальмара, и там на всех возможных разных рыб и крабов, это все да. Но если говорить про некоторые еще идеи, которые мы с вами могли бы обсуждать совместно и я не могу сказать, что совместно реализовывать, потому что мы некоммерческая организация, которая работает как маркетинговое агентство для дестинации, для нашей территории, для нашего региона. Вот. Но, тем не менее, мы являемся идеологами, носителями знания, и мы постоянно в контакте с ТИЦем, то есть вы можете к нам обращаться, и мы с какими-то идеями, да, развития турпродуктов на основе гастрономического туризма в нашем регионе, на основе дальневосточной кухни. И мы постараемся сделать все возможное, чтобы связать вас с нужными интересантами, да, и чтобы в конечном итоге появился продукт. И мы будем очень рады этот, такие продукты поддерживать. То есть что у нас уже есть? Да? У нас есть гастроужины. Правда, я удивляюсь, почему они в таком ограниченном масштабе гастроужины. Что такое гастроужин? Когда сидит компания людей, выходит шеф-повар, выходит иногда, зачастую даже морской биолог, и они рассказывают о блюдах, о тех продуктах, которые люди здесь же дегустируют. Да? Можно пойти еще дальше и, в принципе, проводить мастер-классы дальневосточной кухни. Такие продукты тоже есть, но там, если посмотреть на Airbnb, в прошлом году, да, вот мы вели эту аналитику, там, ну, только одна компания такое делала. Не очень мне понятно, почему, но я надеюсь, что после нашего вебинара больше людей этим заинтересуются, у нас будет больше продуктов, которые мы готовы в том числе освещать и через наши информационные каналы. Есть экскурсии на морские фермы. Я сама, когда обнаружила для себя мидии, то есть я именно так, ну, это была не экскурсия, как турпродукт, это меня просто свозили на морскую ферму, но там сумасшедшие, потрясающие, интересные вещи. Там можно посмотреть, например, как растет трепанг, там футуристические какие-то конструкции с зелеными, желтыми
канистрами, наполненными какой-то водой, знаете, и там вот такие маленькие личинки сидят. Можно съездить на плоту и помочь там выбирать мидии из моря. И это масса впечатлений. Мы когда возили блогеров перед первым фестивалем мидии, это просто и молодежь, и взрослые люди, им было... Потому что людям неинтересно стало только, ну, только есть. Они хотят получать какой-то расширенный опыт, они хотят что-то еще делать и как-то еще понять, что стоит за этим продуктом, который они сейчас съели, да, в культурном плане. Еще такая интересная вещь – это сбор даров моря и тайги, да. Очень, ну, как бы мало развито. Вот я, например, когда была на острове Петрова, который вам Дима показывал, я собирала морскую капусту. И я поняла, что это крутой турпродукт. То есть можно просто ходить по берегу, собирать морскую капусту, потом пойти рядом тут же приготовить из нее там простейший салат, и все совершенно будут в восторге. Еще хочу сказать про... Ну, гастрофестивали – очевидная вещь, да? Еще хочу сказать про то, что у нас развивается медовый туризм, апитуризм, и вот я знаю уже несколько пасек, которые не просто там мед делают, да, а они думают в сторону того, как они будут принимать гостей, и уже там на одной из них построен домик лечебный, да, где можно лечь, дышать вот этими продуктами жизнедеятельности пчел и получать удовольствие. То есть следующий шаг – это сувенирная косметика, это, возможно, медовое вино, о котором я ужасно мечтаю. Ну и вообще это все ваши и наши идеи, которые могут быть реализованы. Я переключаюсь на последний слайд. Там все контакты и мои, и блоги дальневосточной кухни в Инстаграме и на Яндекс.Дзене. И здесь же ссылка на гастрономический путеводитель, который мы совместно с ТИЦем выпускаем уже который год. Ну, правда, надо обновить, потому что, Даша, надо обновить, потому что он в 2018 году на русском языке был выпущен, потом выпускали азиатские версии. Пишите, звоните, я буду рада слышать и буду рада рассказать еще больше о проекте и построить сотрудничество. Спасибо вам большое. Отключаюсь. За очень, как всегда, интересный и познавательный для нас доклад. Нам очень приятно, на самом деле, коллеги, что вас здесь так много в чате, вы активно нам пишете. Разумеется, все электронные адреса, которые были указаны, мы обязательно разошлем вам презентации. Мы посмотрели, что не на все вопросы чата мы успели ответить, но обязательно мы вам пришлем информацию. Я видела, там вначале было и о пляжах, и о температуре воды, и базах отдыха. Разумеется, мы все пришлем, мы готовы вступить с вами в переписку, ответить на любые интересующие вас вопросы. А сейчас у нас осталось совсем немного времени. Я бы хотела в благодарность за то, что вы так нас внимательно слушали, такие были хорошие отклики, отзывы от вас, что вам это интересно, провести небольшую викторину. К сожалению, по техническим причинам мы не можем выложить вопросы в чат, поэтому я прошу вас внимательно меня послушать. У нас будет всего три вопроса с тремя вариантами ответа. Призы я вам уже показывала. Это лапки, подушки для путешествий ручной работы в нескольких цветовых вариантах. Это приморский мед с женьшенем, корень жизни женьшен. И это уникальная продукция нашей шоколадной фабрики «Приморский кондитер». Это шоколад черный с морской солью, морской капустой, гребешком, морским ежом. Вариантов очень много. Но кто из вас ответит правильно на три вопроса, мы, собственно, вышлем уже там на свой вкус. Это для вас будет сюрприз, шоколад с кем именно из морских гадов, и попробуйте. Собственно, пожалуйста, пишите правильные ответы в чат. Мы после проанализируем, чтобы быть точными, никого не забыть, и пришлем вам на e-mail результаты, спишемся с победителями, уточним адрес, куда мы можем выслать вам призы. Соответственно, первый вопрос для тех, кто внимательно слушал все наши презентации. Мы рассказывали о том, что в Приморском крае обитает много редких животных, но среди них есть животное, которое отличается самыми полезными свойствами для человека. Есть три варианта ответа. Это амурский тигр, амурский леопард
и дальневосточный трепанг. Я уже вижу ответы. Да, коллеги, соответственно, еще раз, амурский тигр, дальневосточный леопард, дальневосточный трепанг. Мы обязательно всех, кто ответил правильно, мы потом посчитаем, чтобы никого не забыть, и потом уже выберем победителей. Второй вопрос. Мы рассказывали, Дмитрий рассказывал про русский остров, на который ведет один из самых больших вантовых мостов в мире. Он соединяет город Владивосток и остров Русский. Построен к проведению саммита АТС в 2012 году. Украшением моста являются ванты. Они непростые, они имеют особую разновидность для уменьшения нагрузки на конструкцию моста. Но они были произведены в одной европейской стране. Варианты ответа. Германия, Франция, Испания. Итак, в какой стране произведены ванты для моста, ведущего на остров Русский? Германия, Франция, Испания. Пожалуйста, пишите ваши ответы. Хорошо, я вижу, ответы поступают, и среди них есть правильные, молодцы. Ну и, собственно, третий, последний вопрос. У нас осталось буквально совсем немного времени. Итак, тоже мы, Татьяна, очень подробно нам рассказала о гастрономических фестивалях, которые проходят в Приморском крае, в городе Владивостоке. Разумеется, линейка фестивалей у нас расширяется каждый год. Наши рестораны поддерживают эту инициативу, у нас проводится и фестиваль кальмара, фестиваль краба, фестиваль гребешка. Фестивалей очень много. Но есть такие фестивали, которые, собственно, не проводятся больше нигде. Только вот, ну, понятно, что технически вы можете побывать и попробовать морепродукты, да, в каком-то другом месте или в другой стране. Но есть такие фестивали, которые вы можете попробовать побывать только во Владивостоке, именно в таком сочетании, которые есть. Итак, какой гастрономический фестиваль проходят во Владивостоке? Фестиваль шишки и хвои, фестиваль пенсе и милкис, фестиваль кока-колы и попкорна. Еще раз. Фестиваль шишки и хвои, фестиваль пенсе и милкис, фестиваль кока-колы и попкорна. Так, спасибо за ваши ответы. Очень интересно. Я вижу, что вы вдохновились. Нет, у нас на самом деле не может быть ни один из вариантов. Есть один из фестивалей, такой самый неправдоподобный, который именно проходит во Владивостоке с недавнего времени, очень популярный. Об этом писали в СМИ, разумеется, поэтому эта информация открытая. Вот. Я смотрю, что вы вдохновились выступлением Татьяны и, конечно же, апеллируете к фестивалю Даров тайги, да, там, дальневосточной тайги. Но дело в том, что здесь, как говорится, вот эти вот уникальные, вообще очень мягенькие подушечки, мы на самом деле их создавали к Дням Дальнего Востока в Москве и, собственно, вручали их различным VIP-гостям и делегатам. Так, у нас, я смотрю, есть уже, ага, ответы, которые уже похожи, ага, на правду. Вот, и нужно сказать, что помимо этого, такие призы, это авторская ручная работа, их нигде нет в мире тоже, и даже вот во Владивостоке их только вот в туристско-информационном центре можно взять. Вот, и я уже вижу, что у нас есть несколько победителей, которые будут счастливыми обладателями такой вот мягкой прелести. Ну, собственно, других участников активных мы не забудем, повторяюсь, у нас есть очень вкусный и полезный шоколад. А для здоровья, потому что это черный шоколад, и он содержит элементы, собственно, морской нашей кухни, да, поэтому он как полезный, так и вкусный. Так, вижу, поступают ответы. Спасибо вам большое за участие. Наша команда благодарит вас за и ваши вопросы, и ваш интерес. Я думаю, что это не последняя встреча. Наши все контакты, они... давайте я сейчас открою еще раз слайд. То есть если кто-то что-то пропустил или у вас, допустим, остались какие-то вопросы к туристско-информационному центру, потому что мы можем прислать вам информацию
и о наших, собственно, гастрономических фестивалях, фестивалях, когда у нас какие даты, что проходит, мы стараемся активно поддерживать. Всю эту информацию вы можете вот получить по нашим контактам. Мы представлены в социальных сетях. Мы реализуем вместе с бизнесом достаточно много проектов, и проведение добровольной аттестации гидов-экскурсоводов пока не приняли обязательно. Может быть, это в ваших регионах вам будет интересно. О том, как запускали проект «Полосатый навигатор» со студентами наших ведущих вузов. То есть у нас проходят курсы подготовки волонтеров по оказанию первой помощи и так далее. Поэтому, да, приезжайте к нам в гости, с удовольствием будем рады вас видеть. У нас будет замечательное лето, у нас была снежная зима, значит, у нас будет замечательное теплое лето. Дмитрий вас покатает на яхте на остров Русский, Татьяна вас угостит, собственно, мидией и дарами тайги. Ну, а мы просто вам поможем составить уникальный, удивительный маршрут. Вот, Астрахань тоже ждем, с арбузами приезжайте, с удовольствием. Да, как бы, и всем очень надеемся. Да, по поводу организации рекламных туров, у нас есть такая практика, мы ее проводим. Мы 2 года назад проводили совместно с туркомпаниями, которые входят в РСТ, такое мероприятие. Все, коллеги, к сожалению, я смотрю, что время наше подошло к концу. По фантурам мы также отдельно напишем тем, кто про них запрашивал. Привет, Магадан, тоже очень рады всех видеть. Наши контакты на слайде. Поэтому остаемся с вами всеми на связи. Всем вам удачи, будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Большое спасибо за внимание.